вообще, раз семья распалась, я вас оставляю. Вот, женщина начинает кричать, бандит. А бригадир говорит, вы не волнуйтесь, я вас посажу, это все, вы не волнуйтесь. Я говорю, вот видите, семья распалась, я один, не знаю, что делать. А задача моя была проехать 7 минут, значит, с Бреста до Тирасполя, до польского города. И вот я 7 минут рассказывал, как у нас семья распалась, женщину посадили куда-то в купе, ребенок благодарно со мной простился, шоколадка была вкусная. Вот.